Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Так, событие началось, командир. Что за командир? А, это, наверное, база на базу, насколько я могу понимать. Или же нет? Опа, сундучок, ежедневный глянем. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Ну, неплохо, неплохо. Так, без подписки, без всего. Так, что у нас там по танкам? Пока я прокачать... Слушай, могу жнеца прокачать, в принципе, да? Нет, не могу, не хватает монет. Так, ну что, командир. Самоцветная мания какая-то. Ух ты, комплект. Нифига себе, 799 рублей. Выгодно, говорят. Так, здесь мы получили награду. Так, победите боссов трех в режиме выживания. Выиграйте матч 2 на 2. Так, сыграть 4 игры танком Титан. Все понятно. Но сначала мы с тобой поиграем в командиров. Че, поехали? Так. Командиры к бою. Ну, в принципе, неплохо. Поехали. Так, тяжи, тяжи, поехали. Оу, ничего себе, блин, опять огнеметчик. Твою налево. Давай, выходи. Ну, сейчас нас тут, по-моему, разнесут, ребят. Ну, ты видишь, какие у него танки. А это говорит только о том, что чувачок прокачан опупенно. Я вижу, вот этого танка мы с собой никак не можем разнести. Хотя, огнемет ему дали, вот. Ему фартит именно по огнемету. Согласись. Давай, 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 расстреливаем. База там осталась, у нее здоровье, шиш, да не шиша. Ух! Ребята, ну, победа за нами. 60 монет на кону плюс сундучок. Обязательно нужно брать эту награду. Ну, а потом, естественно, сделаем с тобой ежедневки. Без них нам никуда. Так, хадвакер или кто там? Не имеет значения, хадвакер, шпунтракер. Угу. Начнем. Значит, огнемет хорошая штука, я так понимаю, да? Когда особенно куча врагов и надо кого-то поджарить до хрустящей корочки. Это прям топчик, да, получается. Да куда ж ты, куда ты полетел-то, господи ты, боже мой. Так. Огнеметчик, конечно, молодец, врывается к врагу очень жестко, очень люто, но... Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, кто у него, ребята, есть. Ты посмотри, какие танки. Ну и куда мне тут с такими... Фига! Это что сейчас было? Ну? Да чё? Давай тоже тогда вызывать. Прикинь, не могу ничего сделать. Ты будешь стрелять-то или что? Ты будешь вплотную подходить? Молодец. Ну, нет просто слов, ребята. Мой огнеметчик здесь вообще... Нет, я здесь не выиграю, судя по всему. Судя по всему, как мы тут с тобой дрынкаем. Вообще не вариант. Просто не вариант. Иди, выходи, жарь. Еще вызываем огнемет. Давай, у этого теперь. Так, еще огнемет. Теперь вот эту еще штуку с тобой позовем. Не знаю, зачем я ее взял. Если от нее толку мало. Давай, 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 огнемет. Внезапная смерть. Естественно, по мне сейчас бомбанут. Нет, мы выиграли здесь. Его замок
рухнул быстрее. И это классно. Так, мы с тобой заработали на сундук. Верно? Верно, открываем. Так, замечательно. Огнеметчика можно, в принципе, прокачать, если нам его... Тут Джокер, вот, огнеметчик. Сколько он стоит, например? Воу! 360, пока мне еще не по зубам. Но надо зарабатывать деньги. Лактан против Моррисона. Ну что ж, давай посмотрим. Ай-яй-яй. Ха-ха-ха, достоялся там в укрытии. Так, давай тоже такую же машинку возьмем. Машинку, танчики, конечно, танчики, ребят. Теперь тяжа возьмем. Оу, все, базе крышка. Неплохо они с этого бугорка прижучили. Так, 60 монет в плюс идет к нам, соответственно. А, нет, прокачать пока еще не можем, не хватает. Там минималка нужно 300, 350, 360 монет. Так, давай еще немножко подринкаем и будем уже делать с тобой ежедневки. Только за ежедневки мы получаем звезды и получаем с тобой деньги. Угу. Вот такой мне дали составчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо-то как-то, посмотри. Я огнеметчика позову еще. Все. Быстрая, внезапная, ребята, смерть. Что с мышкой опять не так, а? Что опять она хандрит-то, а? Что зацикливаешься, не могу понять. Так, ну что, сундук мы с тобой, наверное, сейчас откроем, я так понимаю. Давай, Моррисон. Прекрасный выбор. Поехали. А вот этот тут маленький танк, это что? Что вообще за танк у нас? Чётенько, давай вот этого тогда позовем еще к нам на помощь. Пускай он так будет засыпать. Так, малыша позвали. Все. Бонусные. Так, бонус плюс 2, победа плюс 5. Только ордена получаем. И сундук. Мы с тобой заработали. Открываем. Так, 14 монет. Блин, так мало денег нам дают. Сколько нам еще нужно там за наградой? Алекс Про. Против меня Алекс Про. Давай посмотрим, что за Алекс Про. Насколько он там про или не про, я не знаю. Упс. Да. Так, навесиком, пожалуйста, ребята, бомбите. По ним только навесиком надо. Вот тебе и весь Алекс Про. Сдулся, парень. Вот и все. Так, и опять 17 монет. Что там, второй сундук, что ли, идет? Ладно, давай теперь начнем с тобой с ежедневок. Победите боссов в режиме выживания или приключения. Ну, во-первых, мы поедем на другом танке. Боссы, да, значит, у нас. Вот этот танк возьму. В режиме выживания или приключения. Так, зимняя война, осада лета. Ну, давай вот это вот приключение возьмем. Трех боссов нам нужно победить. Куда ты там? Копыта свои. Минус. Готов. Ух. Как сосуночков разбираем.
Ну, где там следующая партия? Вот он вышел. Даже пикнуть не успел. Ждем, ждем, ждем. Никто не спешит, да? 4 ракеты было достаточно. То есть 8 ракет на 2 танка. А в среднем получается именно так. Ну да, так и получается. Что это? Замечательно просто. Да, ребят, такого бреда у меня еще не было. Чтобы игра просто зависла. Понимаешь? А тут, тут зависла она. Причем в наглую. Кстати, надо было посмотреть, может быть, там обновление у нас какое-нибудь есть. Так, давай, давай, иди сюда. Надо действительно глянуть. Потому что иногда игра не обновляется в автоматическом режиме. Сам ты ее не обновишь, и, соответственно, могут вот эти вот всякие лаги, баги быть и тому подобное. Да что ты будешь делать? Чего у вас так много-то, эй? Все. Пошли дальше. Идет, идет, идет. Как будто его здесь и не стояло, да, вовсе. Ага, сразу втроем аж. Ничего себе. Эй! Да не понял, я что за проблема-то такая? По-моему, последние 2 танка. И будет уже босс. А нам нужно 3 боссов, да, подбить? Сейчас выйдет. Кто это у нас? Лазерная пасть. Окей. Сразу же обожаю, когда вот так вот залпом. И все в цель попадают. Да, он жирный, ты посмотри, какой жирный его. Просто так не возьмешь. Фига себе он. На, в ответку. Е. Босс побежден. Так, мы сундук с тобой заработали. Давай я открою. Так, друзья мои, и секундочку подождите, я гляну, есть ли у нас там обновление. Да, было, было, друзья мои, обновление. Так, вот приключение уровень 5. Ну что, поехали. Еще одного, подожди-ка, а у нас же может быть там сопутствующие какие-то задания есть. Сейчас посмотрим. Так, босса, так, 2 на 2. Быстрая перезарядка. Сыграть 4 игры танком Титан. Так, и оживление. Танком Титан, да? 4 игры. Где у нас Титан? Жнец, башня, баллиста, феникс. Вот он, Титан. И быстрая перезарядка, да, просили вроде бы там. Вот она, да, получается. Пока мне никак это не сделать. 4 игры, ну что, посмотрим, сможет ли справиться Титан вот в этом вот событии. Ой, какая долгая перезарядка, друзья. Да что ты? Че, серьезно? Да вмажь ты ему. Ты гляди. Как ты долго перезаряжаешься, бро. Thank you.
На тебе. Не знаю. 4 игры титаном этим сыграть. Нас разбомбят здесь. Вот что я тебе скажу. Опять летающий летит где-то. Слышу, слышу я его. Ну, а чего удивляться, ребята? Титан, он не прокачанный, понимаешь? Ну, по стрельбе он, конечно, мощный. Тут не поспоришь. Перезарядка очень долгая. Так, опять где-то летающий там. Ну, давай, появись. Я не специально делаю, когда у меня вниз, да, дуло смотрит. Давай, давай, иди сюда, сейчас тебе вмажу. Раз. И два. Ну, кто следующий? Опять летуны, а? Опять летуны, друзья. Да на тебе. Упс, 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 упс. Уходим. Ай. Е. Так, а нам с тобой все равно нужно будет, да, один раз рисануться, насколько я помню. Опять, опять эти пришельцы. Ну, не пришельцы, ребята, я имею в виду. Ой. Так, этого подбил. Е. Так, наверное, еще один должен быть. И босс. А кто у нас босс? Нет. Повелитель. Ну почему повелитель-то босс? Сейчас бомбанет, ребят. Хе-хе-хе. Оживить. Ну-ка. Не очень, конечно, много дали здоровья. Сейчас как бомбанет по мне лазером своим. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Он пролететь должен здесь обязательно. Гудбай. Чух. Да, босс побежден, конечно же. Так, сундучок копится. Ну что, мы с тобой сделали, да? Вот тут оживлялку. 100 монет. Так, сколько нам еще? Одну игру сыграли титаном. Нужно еще 3 и плюс босса еще одного победить. Используйте. Блин, вот у нас нет вот этого перезарядки. Ладно, погнали. Сейчас мы, знаешь, что попробуем? Там 2 на... Да блин, 2 на 2 режим должен быть. А я опять тупанул. Хотел поставить другой режим и нажал на play. Зачем, сам не знаю. Ну где враги-то? Опять летуны? Ну вы серьезно? Серьезнее некуда. Йоу! Ну так-то мы, конечно, с тобой далеко не уйдем. Если пошли вот эти вот летающие фиговины, это все плохо. Где танки? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да хорош закидывать-то. Допустим. Так, ну иди сюда, лети, летун. Да ё-моё. Сейчас, 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 я его должен подловить. Ну давай ты его на пригорке на этом, на. Есть.
Твою ж дивизию, а. И надо его бомбить именно вот на таком крутом подъемчике. Есть. Так, ну что, может залечимся, я не знаю. Восстановимся, чутка здоровья. Ну, кто желающий? Есть один такой. Ты посмотри-ка, а. Значит, я по нему попасть не могу. А он по мне бомбит. Супостат несчастный. Не слышно летающих, нет? Так. Давай. Да, я вижу. Идет, летит. Давай, иди сюда. На тебе за маму. Сейчас подловим. Все. Выкусил. И последний противник, я не знаю, кто там сейчас будет. И будет босяцкий выходить. Надеюсь, танк. Ну, да почему ты-то, блин? Кто? Да ты серьезно, опять это хмырёга, а? Повелитель. Ну, друзья, я так не играю. Сейчас влупит. На! Так, будем его здесь, наверное, поджидать, да? Нет, здесь слишком низко. Да на тебе! Ну, танк, давай! Есть! Хотел тут же, а? Понимаешь ли? Новое достижение, рекорд 150. Да ладно, рекорд... Хорошо. Так, ну что, мы с тобой победили, как ты видишь, боссов. Ох, уровень 6. Победили боссов, но нам нужно еще 2 игры сыграть Титаном. Мы можем, знаешь, где с тобой поиграть? 2 на 2, да, режим у нас? 2 на 2. Где нам нужно с тобой... Так. А у нас кто? Не очень, конечно, хорошая команда. Начали хорошо. Огнеметчик. Ребят, я не смогу их пробить. К сожалению. Не сохранять. Ничего. Последний бой сыграем с тобой за этот титан. И переключимся на нормальную Тачалу. А там уже будем наказывать их. Поехали. Где они там? Не вижу, в кого там бомблю. Но в кого-то бомблю. Ау, победа. Красавчики. Так, ну все. Сыграли. Награду получаем. Так, что... А, и здесь еще. Так, если остается, выиграйте в режиме 2 на 2 и используйте быструю перезарядку. Так, замечательно. Что можно нам прокачать? Конечно же, Атлас. Блин, не хватает карточек, да чтоб тебя. Усилитель тоже не могу. Ну что, там надо было быструю перезарядку, насколько я помню, да, сделать. Сейчас, что-нибудь мы с тобой да улучшим. Ну, можно, в принципе, огнемет. Огнеметчик вот этого улучшить. 360. Или же... Кобру. Да. Давай, наверное, огнеметчика.
Девятый уровень, друзья мои, у огнеметчика. Отлично. Так, ну а мы с собой берем Атласа. Значит так, выиграть две игры нам нужно. Ну и использовать, конечно же, быструю перезарядку. Огнеметчик куда-то полетел, а? Вот так вот это делается, а? Красиво, согласись, было. Упс. Получить награды. Так, и еще немножко, и мы с тобой все ежедневки выполним. Опа, два огнеметчика плюс с пилами. Так, а у меня чувак на кобре, да? Зуб даю на тигре, чувак. Ну и чё вы там? Чё ты там прыгаешь-то, кузнечик? Нормально. Все, как с куста. 40 монет. 40 монет это хорошо. Так, и еще нужно сыграть. Я готов. Гатлинг плюс это кобра, да? Тесла. Тесла это, конечно, хорошо, но не знаю, сейчас посмотрим. Ёк-макарёк. Фига себе, 5 кристаллов, друзья мои. А кристаллы мне нужны. Вы уж извините, но я буду продолжать, пока не получу эти кристаллы. Мы же хотим с вами получить клан. Ну, не получить, а создать. Хотим, конечно. Поэтому нам нужно. Так, ежедневки выполнены все. Отлично. Поехали дальше. Поехали дальше. Кристаллы, 8 кристаллов, это дорого стоит, ребята. Их не так легко здесь получить где-то. А когда 8 дается на розыгрыше, сам Бог велел сыграть. А ты красавчик, что защиту взял. Только что-то мы как-то... О! Есть! Ну, 2... А две такие тачки, это, конечно, круто. Два на мехах. Просто порвали. Давай сундук. Итак. Все хорошо, но не то. Чтобы создать клан, нужно 20 ребят самоцветов. А кто-то, кстати, по-моему, меня приглашал в клан. Он даже сказал, что я назвал его Рэй. Кстати, я почему-то не смотрел. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Здесь, конечно, плохо. Твою налево. Ну, не буду сохранять, ребят. Потому что если я нажму на сохранение, мы потеряем с вами гемы. Лучше своими силами. Да, я знаю, придется очень долго допроходить. Но кристаллы я все равно возьму. Кристаллы будут мои. Я просто попал под обстрел этих снарядов, ребят. Я начал отходить. Все время вот эта моя дурацкая ошибка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что он делает. Он меня зажарил. И я зачем-то потратил все эти свои снаряды. Точнее, свою эту перезарядку скорую. Ну, давай посмотрим, что тут. Ниндзя супер. Девчуля играет со мной. Добыть такого не может. Давай, давай, давай. Да что мы с тобой с огнеметчиком этим проигрываем? Где он там? Так что это шведы, да? Шведка была. Фью, отлично. Блин, да, огнеметчик, когда подъезжает вплотную, это, ребята, не есть гуд. Я могу только издалека. Блин, а почему я... Надо взять нам этого, нашего дрона. У нас же дрон.
Ну что ты, твою налево, блин. Ну как так-то, блин, твою мать. Снаряды, блин, летят вот так вот. Я офигею, блин. Так. Дерьмо это убираем. Берем нашу нормальную, блин, штуку. Перезарядка-то хрень полная, блин. Так, ага, мы опять же... А, ниндзя хайпер там, вон она, прикинь. Слушай, ну получается, что это реальные игроки играют, или как? Упс, 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 упс. Давай, бомби по ним. И это все? И это все, что сделал этот... дрон? Я, ребята, я просто в шоке. Что происходит? Почему фейлимся-то на ровном месте? Да напарники, блин. Не знаю, погибает моментально. Ну, куда ты побежал? Ну, ну вот, смотрите, ребята. Вот. Потенциальный труп. Что-то мой дрон вообще, ребята, здесь. О, спасибо. Ну неужели, твою ж, налево. Выиграли. Ну не хочу я брать огнемет, не хочу. И не уговаривай, не буду. Надо посмотреть, кто у нас там прокачанный. Самый прокачанный. Не, ну самый прокачанный это кобра. Вот, опять, опять, ребята, под этот обстрел попал. Ну что это? Ну даже не можем пробить, прикинь. Не могу, ребят, бесит просто. Берем, короче, другой танк. Что-то меня разочаровывает этот Атлас. Какого уровня? 6-го. Этот 5-го, этот 12-го. Да мне кажется, на нем-то, мне кажется, мы ничего не сделаем нормального. Куда ты там вылетел-то, ё-моё? Пацан, ты чё? Это что, нормально, ребят? Не, ребят, это... Это, конечно, круто получилось, но эта тачка не для меня. Не могу, ребят. Привык я к этому Атласу, и хоть ты тут что делай. Может быть, нам... Давай попробуем через ракеты вот эти вот. Через напалм, так сказать. Не знаю, что из этого получится, но попробуем. Это труп. Понятно. Там еще один остался, да? В дребезги мы его разнесли. Так, мы с тобой заработали сундук, по-моему, да? Точно. Открываем. Монетки, все дела. А где кристалл-то? Все, больше кристалла у меня не будет. Напалм. О, у нас, кстати, танк вот этот здоровский. Мощный, так скажем. Хорошо, да, они попали? Под наш залп. Просто замечательно, мы их там прижучили. Так, замечательно. Ну что, еще едем? Еще едем?
Тесла. И у нас тоже Тесла. Вот оно как. Эй-эй-эй-эй-эй. Хорошо-то как, ты посмотри, молодец. Напарничек не... О, 150 монет, напарничек не подвел. 150 монет, это, кстати, хорошая награда. Алекс 163 и Анкат, или кто-то такой. Иван Кожи... Кто? Кожедуб? Иван Кожедуб. Так, я что, один остался? Ой-ля-ля, ребята. Да. С этим, блин, не поспоришь, ребят. Блин, и меня взбесит, я возьму, наверное, тоже такой танк. Да он не прокачан у меня, нифига, блин. Че его брать, смысл погибать, что ли, постоянно? Так, отойду я. Вы там разберитесь сами. Блин, 60 монет. А 150 монет я профукал, да, получается? Такую награду. Дай сундук. Ну. 19 монет. Перезарядка. Поехали. Опа, опа, опачки. Ого. А я так и понял. Да, ну-ка. Есть. 60 монет должны быть моими, ребята. Кровь из носу. Мы должны их получить. Блин, как я ненавижу, а? Это вот танка, потому что, ну, он мощный, ребят. Ну, серьезно говорю, мощнявый просто. Его нахрапом не взять, к сожалению. Огонь. Где он там? Ну, постарайся подбить. Пацан, ну давай. Ты будешь? Есть. Фьюх. Деньги мои. 60 монет мы с тобой все-таки урвали. Ох, слушай. Ты видел, какой там сундучок разыгрывается, ребята? Эпический. Надо брать. Так, Моррисон готов. Ты на кобре, да? На кобре. С пилой. Давай, 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 ушатывай его. Ех, красавчики. Красавелы. Так, сколько там нам еще нужно? 5. Блин, в этом эпическом может быть... Ух, два здоровяка. Ну, тут, наверное, мы сфейлимся. Два здоровяка этих. Да ты посмотри, они даже урон не получают, ребят. Да, они тебя сейчас вплотную, вплотную прижучат. Да ладно. Ну ты красавчик. Ты красавчик, тут не поспоришь. Молодец. Сундучок помог мне заработать. Ну-ка. Ох-ох-ох-ох. Надавали-то и 101 монетка. Шик и блеск, друзья мои. Ну что, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.